Ігор Джебян народився 24 листопада 1969 року в Тбілісі і був хворобливою дитиною. Навчався в Грузинському політехнічному інституті на спеціальності конструювання і виробництво радіоапаратури. Вищу освіту завершив уже в Україні, в Запорізькому машинобудівному інституті. За фахом працював на різних посадах – від наладника радіоапаратури до директора департамента. 17 років працював у великих телекомунікаційних компаніях, подолав кілька хронічних захворювань, які супроводжували його все життя. У 2014-му прийняв рішення відкрити свою справу. Тепер є засновником Хаду Оріджінал Клаб. Хаду – це система оздоровлення і омолодження організму. Одночасно відсвяткував 50-річний ювілей і народження молодшої доньки Лади. Захоплюється плаванням, творчістю Висоцького, любить надихати людей і ділитися оптимізмом. Вітаю на 9-му каналі «Проект пані та панове». Мене звати Ольга Володимирова, і я пані, а гість у мене сьогодні Ігор Джебян. Відповідно, він пан, і не тільки пан, а як він мені повідомив перед ефіром, він отець, правильно? Правильно. Хаду Оріджінал Клаб. Так, звичайно. Саме отець. Отець. Почему вы отец, мы чуть позже, ну, явно не мать, это понятно, вот, хотя могут быть нюансы. А, давайте начнем с того, что, наверное, зрители сейчас испугались. Хаду, Оригинал Клаб, малопонятное для многих, наверное, сочетание слов. А, ну, я знаю, что многие сейчас аплодируют, кричат «Ура, ура!», наконец-то наш любимый Игорь, наш любимый Хаду. Це в таємничині, обізнані ті люди, які знають. Для кого-то це сочетання пугаюче. Не торопитесь виключати телевізори. Непонятне не значить страшне. Воно може бути полезним і дуже навіть цікавим. Тому давайте одразу об'яснимо, що це таке, а потім відмотаємо назад і поймемо, як ви до цього прийшли. Хорошо, звісно. З удовольствием. Хаду – це названня гімнастики, которую я и преподаю. Название не является аббревиатурой. В нем зашит глубокий смысл корней этой гимнастики. Дело в том, что автор этой гимнастики – это авторская гимнастика. Автор этой гимнастики – мой друг, грузин, Звиат Арабули. И он посвятил название этой гимнастики своей родовой деревне, которая находится в горах Грузии. Вот поэтому такое удивительное сочетание букв «Хаду» является названием этой гимнастики, или как это называют, физической практики. То есть что такое «Хаду»? Это гимнастика, которой можно и нужно заниматься для того, чтобы всегда чувствовать себя на самом высшем уровне. Точка. Все, закончили эфир, пошли заниматься, да? Ну, можно и так. Можно и так. Нет, давайте поговорим. Обсудим. Хорошо. Вообще обращение «Пан Игорь» для вас уже привычное? Да. Я в Украине с 91-го года. Моя родина – Грузия, Тбилиси. Я родился там. В 91-м году мы с семьей переехали тогда в Днепропетровск. Вот. И с тех пор, вот уже 29 лет я живу здесь. Счастливо. С тех пор я пан. Да. Звертаются, бывает такое «Пан Игорь» або «Пан Игорь». Очень редко, но когда это происходит, очень приятно, потому что... Сейчас я вам сделаю приятное. Витаю вас, пан Игорь. Дуже дякую, пани Ольга. Добре. Хорошо. Детство. Кто ваши родители? Где вы родились? Вы вскользь сказали, но интересно, как вы оказались здесь, почему? Но еще интереснее. Корни. Откуда вы? Как я уже сказал, родом я с Грузии, из Тбилиси. Мои родители... Рабочие люди, потомственные связисты, папа и мама, работали в отрасли связи больше 20 лет каждый. И я, в общем-то, по образованию в свое время пошел по их стопам. Вот. Но если говорить про детство, я родился в Тбилиси, я был очень болезненный мальчик, хоть и очень послушный, да. Вот. И детство и юность я провел там, в Тбилиси. Очень болезненный мальчик означало, что надо было что-то со мной делать. В 6 лет меня отдали на плавание.
как я потом узнал, специально по знакомству в спортивную группу. Да, и до 14... Главное, чтобы не в партийную. Да? В спортивную можно. Да. И до 14 лет я занимался плаванием, доплавался до КМС. Вот. И, собственно говоря, в связи с тем, что все мое детство прошло в больницах, между больницами, все время с лечением и прочими вещами, когда пришло время уходить в армию, я еще успел послужить в советской армии, вот, комиссия в военкомате признала меня абсолютно здоровым, годным к службе, что очень приятно, собственно говоря. То есть это правда было или так нужно было? Я не отмазывался от армии, я пошел в военкомат, на медкомиссию, меня проверили, сказали, молодец, годен, иди, я пошел. Да, это было в 1988 году. Куда делся тот болезненный мальчик? Ну, плавание помогло. Уплыл? Уплыл, да. Не могу сказать, что утонул, наоборот, выплыл. Вынырнул здоровый. Вынырнул, да. Болезненный утонул, а здоровый вынырнул. Вот. Родители мои наверняка были очень рады, что я немножко так окреп по здоровью. Как я уже говорил, поступил я по профилю моих родителей в 86-м году. Грузинский политехнический институт, находящийся в Тбилиси, на факультет связи по специальности конструирования и производства радиоаппаратуры. Вы же не грузин. Я армянин. У меня вообще интересная смесь такая, да. Легкий акцент есть, легкий. Вы говорите по-грузински, по-армянски? Я говорю по-грузински, когда в этом есть необходимость, по-армянски. Я не говорю, хоть я и армянин, я просто родился и вырос в Грузии. Угу. Вот. Однако, как любой кавказский человек, какое-то определенное количество слов, выражений и перевода я, конечно, знаю. И на том языке. Песни грузинские. Запросто спеть. Да. Айсев, дайсев, шентвизе, амодис. Исев, дгедага, мешензев, пикребме. Айсев, дайсев, газабхули, модис. Рогор, моминатра, варцар, моэдген. Но она длинная. О чем это? О любви, о весне, о солнце, о девушке. У меня такое ощущение, что любая грузинская песня о любви, о весне, о солнце, о девушке. Ну, возможно, да. Или есть другие? Есть какие-то воинственные, какие-то застольные? Да, есть. Много знаете песен грузинских? Нет, немного. Детство мое прошло в основном в русскоязычной среде, хотя по-грузински у меня всегда была пятерка. Вот, поэтому вы и писать по-грузински умеете? Да, конечно. Для меня это как по-японски. Правда? Честно. Знаете, как так, придумали грузинский и армянский алфавиты? Так интересно, такие завитушки красивые. Есть шутка прекрасная. Грузинские и армянские алфавиты придумали очень просто. Взяли кастрюльку, сварили макароны, и потом так из кастрюльки раз макароны на стенку. И вот как они прилипли, так буквы и назвали. Серьезно? Нет, шутка, конечно. Как у нас говорили, я родился в Тбилиси, в армянском районе, который называется Авлабар. Там говорят, армянский пошутилка. Здорово. Да. Вы сказали, я кавказец, да? Да. Часто в речи, особенно журналисты любят такие выражения, как «лицо кавказской национальности». Да, я сам так, да, про себя иногда говорю. Да. Ну, это не обидно? Нет, это нормально? Знаете, честно сказать, ну, Кавказ – моя родина, и я об этом говорю и думаю, вспоминаю с удовольствием. Угу. Это же корни. Угу. Ну, как-то «лицо кавказской национальности» очень так канцелярски звучит. Как-то. Понимаете, когда я жил в Тбилиси, тогда еще это был самый многонациональный город. И по национальностям никто никогда не делил. У меня были друзья, но, собственно, и есть люди разных и многих национальностей. И даже когда я сам так про себя говорю, я говорю об этом с удовольствием, вспоминаю свою родину. Ну да, смотря какой смысл, конечно, в это вкладывать и с какой, конечно, интонацией это говорить. Можно, конечно, и что-то очень приятно сказать таким тоном, что ты понял, что что-то пошло не так. И когда я говорю на русском, я говорю чисто, достаточно без акцента, правда. Но когда я нахожусь в кругу своих людей, друзей, товарищей оттуда, я невольно перехожу на акцент. И это тоже очень здорово.
Хорошо. Вы закончили специальность? Я начал учиться в Тбилиси, а закончил уже в Запорожье по той же специальности. А как вы там оказались? Перевелся. Пятый курс я перевелся в Запорожье. Мы же переехали в Украину. И я перевелся на пятый курс Запорожский машиностроительный институт по той же специальности и закончил в 92-м году. Да. А почему переехали, если не секрет? Нет, не секрет. Надо было что-то менять в жизни. Это было очень сложное время, период, 91-й год, вы помните наверняка. Вот. А в Днепре у нас были родственники, мой дедушка отсюда, из Днепра. Папа мой родился вообще в Харькове, несмотря на то, что он тбилисский армянин. Вот. И здесь еще у меня живет семья, родственники, дядя с семьей. И мы приняли решение, переехали сюда. То есть не пальцем в небо, а в общем-то осознанно. Осознанное, мудрое решение. Запорожье и потом Днепр. Ну, в Днепре мы уже жили, я просто там заучивался, доучивался. В Запорожье жил в общежитии, ездил сюда. По специальности работали? Да, больше 20 лет работал по специальности. В разных местах. Связистом? Ну, по образованию связист, конструктор, технолог радиоаппаратуры, да. Что случилось? Почему вы сегодня не там, не в этой сфере? Наверное, пришло время, пришла осознанность, и я понял, что я хочу, могу и буду другое. То, что мне близко, то, что мне хочется, то, что я действительно от всей души делаю. Ну вот что-то так. Же, какой-то должен был быть толчок, какая-то, вот, я не знаю, причина, мотивация. Может, толчок был, и мотивация самая простая, та, которая обычно и работает. Через боль. Конечно. Заболел? Начиная с определенного периода жизни, как это называется, определенные возрастные изменения происходят у всех. Вот. Они у меня тоже в определенном возрасте произошли, но не без толчка. В 94-м году я сорвал спину. Тогда, кстати говоря, я как раз работал по специальности. Я в 92-м закончил институт и поступил работать в цех микроэлектроники на наш уважаемый ДМЗ. Вот так. И я там работал. Так получилось, я потаскал тяжести, хотя, в общем-то, был и спортивный парень такой, но спину я себе сорвал. Неправильно как-то вы. Наверное, ну, тяжести было много. Ну, конечно, неправильно, да. Ну, в общем, спину я себе сорвал. И с 94 года по 2006, я сейчас скажу, почему 2006, я имел серьезнейшие проблемы со спиной. То есть мне уже стало больно. Значит, что добавилось к этому? Через 2 года после того, как я сорвал себе спину, меня отвезли в четверку с хроническим, с почечным приступом. И, как оказалось, меня обрадовали. Товарищ дорогой, у тебя диагноз хронический пиелонефрит теперь уже. И все, это теперь на всю оставшуюся жизнь. Диета номер 5, моршин трусковец каждый год. Молодец, поздравляем. Вот. В течение приблизительно 10 лет. Потихоньку начало потихонечку, да? Расти. Угу. Да. Значит, где-то приблизительно, заходя уже за тридцатник, значит, проблемы с пищеварительным трактом. Обычные стандартные болезни офисного работника. То есть это до вот пиелонефрит, спина, это до 30 еще все случилось? Да, да, это уже случилось. Я же в детстве был очень болезненный мальчик. Оно начало потихонечку подтягиваться. Ну, он же уплыл, болезненный мальчик. Ну, что ж такое? Есть определенные природные закономерности, которые не переплюнуть. До 25 лет пик здоровья человека от природы – подарок. А после этого он начинает потихонечку тратиться. И в зависимости от того, какой образ жизни человек ведет, он потратится быстрее или медленнее. Вот у меня с того момента, как я сорвал себе спину, понеслось. Не пошло по чуть-чуть, а понеслось. С детства была пониженная кислотность. Я жирное и острое есть не мог, будучи на Кавказе.
понимаете, обидно, да, обидно. Насколько мне это запахи, вот эта вся кухня. Дома для меня готовили специально постненькое, но все равно мимо же кавказской кухни не пройдешь, а я это не мог. И когда случались обострения уже в связи с больной спиной и почками, мне это давалось еще тяжелее, поэтому, что касается пищеварения, за 30 лет уже серьезные проблемы у меня набрались. Плюс к этому, в этот же период я начал серьезно ощущать сердце. Что касается сердца, опять-таки, с детства, в 3,5 года имею вырезанные гланды, это, естественно, дало определенный откат, ревматик сердца, вот, просто плавание помогло. И со временем оно опять вернулось и проявилось. Ну да, плавание что-то компенсировало, да, на время. Да, и оно потом вернулось, начало шкалить давление. Чуть-чуть за 30, а уже здравствуйте. Ну, то есть спина, почки, ЖКТ и сердце. Но это же еще не все. Да, здоровая жизнь закончилась. Ну, скажем так, достаточно серьезно. А до пенсии еще далеко. Я как-то не думал про пенсию, да и сейчас не сильно думаю. Вот. Пятое. Аллергия. Ну, это с рождения, правда. Это с детства, на раннее цветение, каждый год, когда начинается, вот весна, и вот вам здравствуйте. И в Тбилиси это было? Да, да, да. И с каждым годом эти проявления становились все сильнее, сильнее, сильнее. Вот к 36 годам я пришел с этим букетом. К 36 годам, в 2006 году со мной случилось чудо. Рассказывать? Чудеса бывают. Да, бывает. Когда я учился в институте, у меня был товарищ. Звят Шатаевич Арабуль. Мне было 18 лет. 17-18. Я еще не ушел в армию. А он уже пришел из армии. Мы какое-то время проучились вместе. Стали хорошими друзьями. Он тоже был в детстве очень болезненный мальчик, астматик и прочее. Встретились два болезненных мальчика. Вот. Но он серьезно задумался о здоровье в то время. Ну вот он на 2 года старше меня. Вот. И его обуревали мысли, что же делать, как же быть здоровым человеком. И он уже тогда созрел на методику, которой я сейчас и занимаюсь. Но когда мне было 18 лет, я его не слышал. Просто-напросто. Слово «здоровье» для молодого человека и тогда, и сейчас, это ни о чем пока не потерял. Вот что-то, хотя бы одно. Прошло 18 лет с того разговора. Мне 36, у меня весь вот этот букет, о котором я рассказал. И вот тогда до меня дошло. Но жизнь развела нас в разные даже уже страны. Я был в Украине, он какое-то время жил в России, потом тоже переехал в Киев. Вот, и мы с ним опять встретились. Вы уже искали этой встречи? Или это я искал этой встречи. Я искал этой встречи не столько, сколько помня о том, что вот мне мой товарищ когда-то рассказывал подобные вещи. Мне просто было откровенно плохо. У меня болела спина, у меня болело все, и мне хотелось... А вы же весь этот период не общались, не знали ничего? Нет, мы не общались. Ну, слушайте, ну, был же шанс такой, что он, ну, подумал и забыл, и не занимался этим? Или вы знали, что он серьезно нацелен? До меня доходили слухи. Вот. И я начал искать встречи, и я его нашел. И оказалось, что мой давний друг развил методику, создал технологию, написал книгу, записал видеокурс и уже давно занимается с людьми. Когда я вот это все узнал, буквально с одного разговора с ним, у меня как бомба взорвалась в голове, и с этого дня я стал заниматься гимнастикой ходу. Это было почти 15 лет назад. То есть автор этой гимнастики ваш? Да. Я институтский его знаю приятель. 32 года, и он для меня является, кроме того, что другом, он является еще и моим учителем, наставником. И, как я не стесняюсь говорить моим клиентам, практикам ходу, вам повезло, и мне в том числе. Мы живем
современником, это живой гений, с ним можно запросто пообщаться. Он в Украине сейчас? Да, он в Киеве. Да. Он рассказывал вам о том пути, который он прошел, да, чтобы да. И об этом, кроме того, что рассказано, об этом много написано, и на сайте федерации он является основанием. Живые федерации. Рассказы все равно это немножко другое, да? Ну, понимаете как, там очень много подробностей его личной жизни, о которых он рассказывает. Опять-таки, с детства, болезненный ребенок, родители, никакого просвета, что-то хотелось сделать. То есть история аналогичная и похожая. Просто он плюс к тому, он еще и гениальный инженер. Мы же оба инженеры, мы учились по одной специальности. У него есть много патентов на изобретения в области радиоэлектроники. И вот инженер создал технологию оздоровления. Это как-то связано? Инженерные, да, мозги, безусловно. И технология оздоровления? Безусловно. Как? Физика. Физика и биология. Все укладывается в рамки законов природы. Ну, с биологией понятно. Как физика? Физика? Да. Очень просто. Вот смотрите. Вот эта чашка весит 500 килограмм. Нет. Условно говоря. Представьте себе. Ладно. Да. Можете поднять 500 килограмм? Нет. Вряд ли. Столкнуть 500 килограмм? Ну... С помощью чего-то можно. Да. Вот представьте себе. Теперь вспоминайте и биологию, и физику, школьный курс. У вас есть два рычага. Один длиной метр, другой длиной 3 метра. Каким рычагом проще столкнуть? Я плохо учила физику в школе. Более длинным рычагом проще. Точно так же поступает наше тело. Когда есть внешнее отягощение... А вот это уже внешнее отягощение, оно есть всегда. Телу проще с этим справиться более длинной мускулатурой. А это наружная мускулатура, элементарная физика. Но в организме есть еще и внутренние мышцы, внутренний мышечный каркас, который никогда должного силового развития не получает, потому что при наличии внешнего отягощения оно есть всегда. В первую очередь работает наружная мускулатура. Вот так это и связано с законами природы. И особенности ходу как раз-таки очень четко вписываются в эти правила. А что вас убедило, вот когда вы встретились с Звиадом, и, ну, вы могли читать, да, вы могли слышать отзывы, но это отзывы других людей, это мнение других людей, это субъективно. Может быть, это неправда, может быть, это реклама, может быть, это пиар. Что именно вас убедило в том, что это оно? Это действительно очень глубокий вопрос. Я сейчас постараюсь на него просто и коротко ответить. Понимаете, в Грузии мужская дружба – это нечто особенное. Даже открою, может быть, маленький секрет для телезрителей. Те, кто не связаны, к примеру, там, с Грузией, с определенными понятиями или правилами, наверняка этого не знают. В Грузии друг, настоящий друг, нечто больше, чем просто это слово. Есть в Грузии такое понятие «дзмакац». Это составная из двух слов. «Дзма» по-грузински – это брат, а «каци» – это мужчина. То есть вот мужчина-брат – это гораздо выше, чем просто товарищ или друг. И когда твой друг, твой дзмакац, это совершенно неважно, как часто вы общаетесь, в каких уголках мира вы находитесь и сколько лет прошло там в паузе вашего общения. Вы связаны друг с другом гораздо более сильно. Я просто ему верю, моему другу. Неважно, сколько лет прошло, и когда он мне рассказывал о том, что произошло за эти годы, я дико сожалел, что меня эти годы не было рядом с ним, когда он создавал эту технологию. Поэтому я просто дико и бешено захотел начать и делать. То есть вам не важно было, кто что говорит вообще на самом деле, да, отзывы? Это ваш дзмакац?
И ну, все. Во-первых, и все, никто да? ничего... И это все решило. Преимущественно, да. Я просто ему поверил. А на этом в основном и строится. Можно читать отзывы многих людей, но это будет достаточно субъективно, пока не попробуешь на себе. Я решил пробовать на себе и до сих пор продолжаю. Какая первая проблема из вашей... Какой первый цветок из вашего букета ушел? Два. Сразу два. Да. Первое. Ну, я повторюсь, я 12 лет жил с болью в спине. Я начал заниматься. Тогда тренеров не было. Я занимался по видеокурсу, который он мне прислал. Я ходил на работу и 2-3 раза в неделю, хотя первые полгода я занимался вообще через день, я занимался дома сам вечером. Что я получил? Через 2 недели после начала активных занятий у меня перестала болеть спина, так как она обычно раньше болела все время. Это не значит, что за 2 недели стало со спиной все хорошо. Это миф, это так не бывает. Поэтому, кто желает быстрых результатов, должны помнить, что быстрый результат – это плохой результат. Это результат, который дает надежду, но быстро закончится и станет хуже. Так вот, боли в спине у меня ушли, и больше таких болей у меня никогда не было. Это меня поразило. И второе, интересное. К тому возрасту я почувствовал, что вот я как-то стал более плоский, что ли, более равнодушный, менее творческий, хотя я по натуре, там, я пою, я писал стихи, я люблю творческие порывы и с удовольствием это раньше делал, но постепенно этот энтузиазм пошел на спад. Так вот, через 2 недели после начала активных занятий я почувствовал усиление творческой активности. Я был поражен. Я позвонил ему и попросил объяснить, что происходит. Ну, то есть, как произошел буквально наш диалог. Звият, что-то произошло. Я начал лучше соображать. В чем дело? И он мне, как настоящий грузин, сказал, ты что, не понимаешь, что ли? Мозг стал лучше кровью снабжаться. Конечно. Да. Это были 2 первых потрясающих момента, которые меня удивили, восхитили и толкнули дальше. И до сих пор не остановились. В чем секрет гимнастики ходу? Про рычаги я будем считать, да. Поняла? Значит, давайте дальше. Во-первых, если говорить о технологии ходу, да, это самый физиологичный способ работы со своим телом. Второе, как это ни удивительно, надо понимать следующее. Организм человека – это единая целостная система. Гениальная, созданная природой, биомашина, не будем стесняться этого, биомеханизм определенный, да, который выполняет определенную работу. Это потом мы стали homo sapiens'ами. Сначала мы были homo mobilis, человек двигающийся. И самое главное, что должно уметь вот это, вот этот носитель, это уметь эффективно двигаться. И для этого природа создала идеальный движущийся двигательный механизм. Я вас сейчас перебью. Мне всегда казалось, что это элементарно, это понимают все, это вот, ну, это же вот данность, да? Оказывается, нет. Да. Я пару раз задавала в соцсетях вопрос, почему люди так плохо знают собственную анатомию. Ведь это же то, с чем мы рождаем. Это единственное, да, что мы имеем всю жизнь. Да. Свое тело, свой организм. Все остальное, приходящее, уходящее, там одежда меняется. Да? А вот это мы имеем всю жизнь. И мы его не знаем. И когда я задаю вопросы там, по поводу позвоночника, ну, мне проще. Я родилась в семье медиков, меня окружали всю жизнь. Скелеты, черепа, там, атласы. Класс. Все это все, ну, знаете, как вот ну, обычная обыденность. Да, обыденность. И мне казалось наивно, что это знают все.
как поднимать тяжести правильно, да, там что такое, как прямохождение влияет, да, на нашу жизнь пагубно, да, иногда думаешь, лучше бы мы оставались горизонтальными. Ну, то есть мне казалось, что, ну, это же элементарно, это же знают все. Ничего подобного. И вот вы сейчас говорите понятные, обычные для меня вещи, но вы говорите, и самое главное, что нужно уяснить, почему люди так мало интересуются своим телом, пока не болит? Пока не болит, пока не потерял. Знаете почему? Автор гимнастики говорит тоже очень простые вещи понятным языком. Потому что здоровье человека, во-первых, это такое эфемерное расплывчатое понятие, которому человек не придает значения, опять-таки, пока что-то не произошло. Но даже бывает в основном, в 90 случаях из 100, когда что-то произошло, люди списывают это на возраст, на события, на обстоятельства, но никак не на свою лень и бездеятельность. Это один момент. Второй момент. Мозг не любит, когда тело тяжело трудится. Не любит. Всячески стараясь увести тело в зону комфорта, где не надо напрягаться. Здесь есть один секрет. Спросите меня позже, я скажу. Не надо напрягаться. И третье, самое главное. Человек в большинстве случаев поступает не так, как правильно, а так, как ему сейчас удобно. И все. Уже спрашивать про секрет? Спрашивайте. В чем секрет? Одной из удивительных фишек, как это мы иногда говорим про ходу, гимнастики ходу, это как раз-таки нежелание мозга тяжело трудиться телом. Мозг не любит, когда тело тяжело трудится. А что с ним происходит тогда? Когда вот куча это отрицательных эмоций. Куча отрицательных эмоций. Мы просто не любим себя заставлять тяжело работать. Тем более в наше время, сейчас, когда механизация труда совершенно сходит на нет, благодаря этому все болезни существенно омолотились. Да. Можно жить более-менее комфортно, особо физически не трудясь. Однако, во-первых, это расслабляет мозги. Вот. Во-вторых, это приводит вот эту систему в вялое, дряблое, неработоспособное состояние. Но, я обещал секрет, мозг не любит, когда тело испытывает нагрузки и тяжело трудится, если у вас нет бешеной мотивации, которая заставляет вас это делать. Там, например, болит спина, да? И надо что-то делать. Так вот. Почему это является главной движущей силой гимнастики ходу? Вот смотрите. Мозг не любит, когда тело тяжело трудится. Но в силу определенных обстоятельств, да, у человека болит спина. Ему приходится делать определенные вещи. Там, например, врачи сказали, надо ЛФК. Хорошо. Человек делает, при этом, в принципе, трудно. Но надо. И вот человек делает определенным образом, по определенной системе, и мозг систематически испытывает вот эти вот неудобства от тяжелой работы. Знаете, что делает мозг в таком случае? Мозг поднимает ресурс, чтобы не было так тяжело. Адаптируется. И потом опять кайфует. Но вы стали в связи с этим сильнее, ваш ресурс стал выше. То есть мозг перетерпел... Понял, что это системная понял, задача. Понял, что уже никуда не денешься, да, придется да, полюбить да. то, что есть. Да. Полюбил и ждет следующих противных. Вы стали сильнее. Противных. Если вы продолжите системно трудиться, вы станете еще функциональнее, а потом еще, а потом еще. Но если человек успокоится на этом уровне, опять пойдет спать. Надо поднимать планку. Все время. Безгранично? Да. По чуть-чуть? Да. Только так. Только так. Почему вы отец организации, которая называется как? Ходу Original Club. Да.
Я инструктор Федерации ходу с 2010 года. Первый выпуск инструкторов, диплом номер 4. А есть федерация? Да. А много, да, таких клубов в мире, в Украине, где? Сейчас расскажу. Значит, история такова. С 2010 года я инструктор. С 2011 года я начал понемножечку вести тренировки. Сначала в кругу своих друзей, как мне мои друзья говорят. Я тренировался на своих друзьях. Ну, это же нормально, правда. Вот. И потом потихонечку я пришел к тому, что надо делать свое. В 2014 году моя трудовая деятельность по специальности закончилась. И я решил посвятить себя этому делу. Отцовству? Нет, сначала пока просто ходу. С 2014 года в Днепре был организован первый в мире, тогда это называлось студия ходу. Первая в мире. Раньше, чем автор гимнастики. У себя в Киеве. Ну, собственно, у меня на это было его благословение. Он не заревновал? Он наоборот сказал, давай, делаем. Вот, значит, то есть в течение многих лет я уже имею опыт клубной работы с практиками ходу. Вот, но жизнь повернулась таким образом, что в 2018 году я решил создать отдельную уникальную структуру и назвать ее вот таким вот интересным именем – ходу Original Club. Почему Original Club? Значит, в моем клубе, наверное, будет нечестно, не только в моем, мы с супругой вместе создали это. Вот, в моем клубе ведутся преподавания гимнастики ходу в идеале так, как это задумал автор. В самом чистом, оригинальном и правильном варианте. Поэтому Original Club. Он это видел, был здесь, да, и утвердил. Это тоже, и это тоже с благословения автора гимнастики, естественно. Но мне и моей супруге не хотелось называться так, как это делается обычно. Основатель, владелец или еще что-то. Мы творческие люди. И я в какой-то момент сказал: Аля, я буду отец клуба, а ты мать. Она была не против? Нет. Поэтому я father или отец ходу Original Club, а она мама или mother ходу Original Club. Угу. Значит, есть и дети? Да. Приблизительно в то же время, когда мы родили клуб, мы еще родили малышку. Да. То есть дети есть и в прямом, и в переносном смысле? Да. А дети могут заниматься этой гимнастикой? Или нужно получить букет болезней для того, что... То есть это может работать как профилактика предупреждения? Или это только уже... Такое ключевое слово в этой фразе. Профилактика. Да, безусловно. То есть не надо ждать, когда вот, да, там заболит, заколет, заскрипит. Понимаете, дело в чем? Детей заставить заниматься тем, что им неинтересно, невероятно тяжело. Это будет именно заставить. Привить им любовь к чему-то можно, но только личным примером. Больше никак. Ну, это... Когда ребенок растет именно в этой атмосфере, обстановке, и видит, что папа и мама делают вот это, и это для них здорово, супер, кайф, правильно. Ребенок будет это делать без понукания, потому что это их система, их образ жизни. Но у меня много случаев было, когда родители приводили 12-14-летних юных сколиозников, оставляли на тренировку, а сами уходили, сами уходили. Вот, ну, ребенок не будет заниматься, не имея перед глазами должный, действенный, правильный пример со стороны родителей. То есть не зря вы отец, мать, то есть это все-таки... семейное занятие, да. В том числе и для ваших, да, клиентов. Да.
Дети могут заниматься, но тут есть нюансы. Дело в том, что особенности технологии гимнастики ходу – это силовая тренировка, воспитывающая функционал организма. У детей опыта силовой практики нет. Это взрослый человек может представить себе, что он выполняет тяжелую работу, а в ходу нужно именно так, внешних отягощений мы не используем никаких. Вот. И, соответственно, правильно потрудиться. То есть должен быть телесный опыт работы с тяжестями, например, да? Да, да. Иначе не будет эквивалента, не будет понятно мозгу. С детьми история несколько сложнее с одной стороны, но качественнее с другой. Для детей практика ходу – это воспитание координации, саморегулирования, правильная двигательная активность, затрагивающая работу всей системы. Ведь не секрет, что в процессе жизни мы получаем разбаланс. Мы неравномерно развиты левой и правой половиной. Зрительный аппарат у нас работает не одинаково, работают два глаза. И вообще... Одна рука больше натренирована, дело так же, даже, как и нога и так далее. Естественно, образ жизни накладывает отпечаток. И привычки, это да. Абсолютно нормально вкладывается в картину нашего жития. Многие абсолютно не догадываются даже, что из 700 мышц приблизительного количества, вот, находящихся в нашем организме, в повседневной жизни среднестатистический человек использует сколько? Мало. 10-15% всего лишь активно. Да, все остальные деградируют. Просто в детстве и юности это незаметно, а потом начинается. В детстве и юности дети много двигаются. Ну, нормальный, здоровый ребенок, да, он много двигается. Раньше. Он кувыркается, он там батуты, мячи, скакалки, ребенок какие-то хулахупы, там карусели, качели, поэтому... бегают. Знаете, меня всегда настораживает, когда там родители говорят, не бегай, не как не. А когда же бегать? Потом взрослая жизнь, все, сел за руль, и уже никакого движения, гиподинамия, пусть бегает. Он же может. Поэтому до 25 лет пик здоровья человека. А потом здравствуйте. Да. А потом мозг не любит тяжелой работы. Мы сравниваем это с эскалатором. Вот до 25 лет вверх по лестничкам едешь, после 25 лет эскалатор едет вниз. Отец Игорь, не ждать боли, идти знакомиться уже сейчас, если заинтересовало? Да? Ну, боль – это мотиватор, конечно. Вот, боль – это двигатель прогресса. Ну, то есть к вам все такие приходят? Здоровые к нам не приходят. Не приходят? Да, здоровый человек, зачем ему? То есть надо ходу за ним? Я несколько кривлю душой сейчас, мы же понимаем, что абсолютно здоровых людей нет. Есть. Приходит много умных людей, которые понимают, что надо с собой заниматься. И не явно обязательно, что у человека прямо вот сейчас катастрофический рецидив, и вот, наконец, что-то надо делать. Нет, приходит много людей, которые понимают, что для того, чтобы жить здорово и здраво, надо с собой трудиться. Как вы в карантин справляетесь? Онлайн? Да. То есть это можно делать онлайн? Можно заниматься? Не обязательно, очень. Скажем так, когда грянул карантин в марте, в какой-то степени мы уже были к этому готовы. У меня уже работала уникальная онлайн-платформа. Я не постесняюсь этого слова. Так как мы ведем тренировки в режиме онлайн, не делает никто. У нас есть особенная наша фишка. Наши тренировки в онлайне практически ничем не отличаются от групповой тренировки в зале вместе с тренером. Угу. Но только вы еще и дома находитесь, не тратя... Сейчас тоже это можно? Да. Да, и сейчас тоже, естественно. В принципе, вот форма онлайн, она может остаться и в будущем для тех, кто, например, там далеко уже находится, в другом городе, а вот полюбил гимнастику, хочет с вами заниматься. Сколько тренеров вообще? У меня сейчас 5 активных тренеров,
и широченное расписание онлайна вместе с четырьмя филиалами, которые в городе работают и офлайн тоже. То есть в городе 5 мест, да? 4 места в городе. Офлайн можно прийти. Да. И онлайн на весь мир. У нас есть клиенты с Франции, из Германии, из Канады. Где-то еще есть ходу в Украине? Во многих городах есть, но клубный формат только в двух городах, Днепр и Киев. Не, ну то, что мы лучшие, мы поняли, да, конечно, у нас и онлайн не такой, как у всех, и, конечно, и отец у нас один, конечно, да, есть автор, а есть отец, да? Да. А как он вообще относится к тому, что вы отец? Он говорит, молодец. Правильно, что он может еще сказать? Знаете анекдот, как два грузина в шахматы играли? Нет, откуда мне знать такие анекдоты? Да, ну вот сидят два грузина, играют в шахматы. Один берет фигурку и говорит, мат. Второй смотрит, берет свою фигурку и говорит, отец. Вот так. Нет, у нас с ним абсолютный полный консенсус, тем более, что я всего лишь отец, а он гуру. Угу. Так мы его любя называем. Чудеса происходят с вашими клиентами, с вашими пациентами? Мы знаем, что за чудесами стоит система, труд и система, да, и мозг, который не любит тяжелой работы, но смиряется с этим рано или поздно, да. Да? Вот был в вашей практике случай, которому, ну, даже вы удивились? Был, безусловно. И самый главный в моей практике случай – это мой. Я так и знала, что вы так скажете. Ну, все через себя, безусловно. Как я уже говорил, к 36 годам сорванная спина, хронический пилонефрит, проблемы с ЖКТ, сердце, аллергия. За несколько лет я решил все вопросы. Я просто хотел, чтобы у меня не болела спина, и все. Но я бонусом получил здоровое сердце, прекрасный функциональный ЖКТ, почки. Через полтора года после начала занятий ходу я вспомнил, что у меня давно не болели почки, а раньше приступ был раза 3 в год. Ну вот межсезонье, mm-hmm. когда начинается, mm-hmm. при болящей спине. Вот. Что касается аллергии, я 6 лет уже ничего не принимаю. Мне не верят некоторые люди. Но даже здоровье, в нашем эндемичном регионе? Я не принимаю никаких медикаментозных средств, которые помогают справиться с симптомами. Ну, все, аллергики просто характера. Должны побежать к вам сейчас немедленно. Ну, понимаете как? Многие люди говорят разное, но я же не принимаю. Вот это был для меня самый потрясающий опыт, который еще сильнее подстегнул меня к необходимости и, собственно, желанию жить долго и счастливо во здравии. Чем я, собственно говоря, с людьми и делюсь, и уже среди тех практиков, которые со мной определенное время, не постесняюсь сказать, давно, да, у них потрясающие результаты в плане их здоровья и самочувствия. Блюдо грузинской кухни вы теперь можете кушать? Я могу есть, что хочу, сколько хочу. Наконец-то, да? Да. И, честно говоря, вот эта гастрономическая ностальгия, ну, это осознание того, что все в порядке. Все на месте, все трудится, все работает, и я получаю от этого удовольствие. Ведь по большому счету, совершенно не важно, едите вы мясо или у вас другие принципы, любите вы плавать или вы не любите бегать. Главное, что тот образ жизни, который вы ведете, приносил вам удовольствие. Но для этого нужно иметь высокий ресурс своих функциональных возможностей, чтобы справиться практически с любой ситуацией, которая неожиданно может возникнуть. Вот возникла, пожалуйста, на весь мир. У меня есть корона, виртуальная корона. Не коронавирус, корона. Да. В чем Игорь Джебян молодец настолько, что он может сам себя короновать? То есть делать то,
что не может сделать никто другой, никто не знает. Вот так вот, без ложной скромности. В работе, в деятельности, в жизни. Вот просто, в чем вы молодец? Я упертый, я пропускаю через себя то, что я считаю правильным. Это не значит, что другие мнения для меня не имеют значения. Нет, имеют, конечно. Но я предпочитаю то, что я решил опробовать на себе, получить результат, осознать этот результат и улучшать. Наверное, это мое кредо. В какой-то степени это можно назвать делом жизни, хобби, увлечением. Это все слишком взаимосвязано. То есть Игорь Джибян молодец в том, что он свое упрямство трансформировал в целеустремленность. Можно и так. Как красиво у вас получилось. Это мой перевод с джибянского на владимировский. Очень достойный перевод. Очень достойный перевод. И литературный, и художественный, и смысловой. О чем вы мечтаете? Я хочу жить вместе со своими близкими, дорогими, родными, долго, счастливо, здраво. Я хочу, чтобы вокруг меня было много счастливых, довольных, умных и здоровых людей. Может быть, это несколько феерично звучит, но по большому счету каждый из нас стремится создать вокруг себя общество или круг, в котором ему хорошо. Или войти в круг, в котором ему хорошо. Я такое создаю. Здорово. Куда бежать к вам? Ближайшая точка где? Ближайшая точка от этого места Шевченко 20. Да вообще, рукой подать. А онлайн так вообще прямо у вас в смартфоне? Не, я люблю вот, лично. Милости прошу. От онлайна мы немножко устали все уже, если честно. Вы не пробовали мой онлайн. Но сначала я абсолютно согласен. Как это? Скажите еще раз про онлайн. Вы не пробовали мой онлайн? Вам надо в кино сниматься, честное слово. Дякую вам дуже, дякую вам за увагу. Я сподіваюся, вам було цікаво, ви будете переглядати або потім знайдете це у форматі подкасту і послухайте. Це був пан Ігор Джибян, грузинський вірменин, український отець, не батько, отець, так от влучніше буде звучати, отець Хаду Оріджінал Клаб і дуже цілеспрямована, вперта і при цьому романтична і добра людина. Дякую вам дуже, до побачення. Будь-будь.